Приветствую всех на своем канале. Одесса, 17 марта 2023 года. Появилась информация о том, что сегодня Соединенные Штаты Америки отправили на место крушения своего дрона в Черном море еще один беспилотник Reaper. Об этом сообщает CNN. Сразу, как можем видеть, исходя из данных FlightRadar, он долго кружил в небе над Румынией, а сейчас зафиксирован над акваторией Черного моря и летит в сторону Крыма. Этот разведывательный беспилотный летательный аппарат вылетел на задание с острова Сицилия. В Одессе все спокойно. Я на связи, как будет появляться информация, сразу буду сообщать. До встречи, всем пока.